Всем добрый вечер. Смотрите, какой у меня шикарный омлет получился. Четыре яйца, полстакана молока, немножко там перчик, помидорчик, зелень, сельдерей. В результате вот такая красота получается. Так, сейчас будем кушать. Не подгорел, сейчас посмотрим. Вроде нет. Ладно. Да, с 4 яиц омлет. Тут, наверное, на 4 человек бы хватило. А мы это на двоих сейчас умнем. Так, тут я приготовила тарелочки с сыром. Здесь у нас кефир. Так, сочник это не мне. Я уже с утра свой съела с кофеечком. Так, вот сюда мы сейчас будем омлет накладывать. Разваливается собака такая. Может быть, надо его потоньше делать на большой сковородке и жарить с двух сторон, так сказать. Вот. Так. Одна тарелочка есть. Так, сейчас еще одну. Так, ничего себе, мы ужинаем 10 вечера. Это надо было мне 8 поужинать, а не сейчас. На ночь омлет из 2 яиц. Не слишком ли это много для меня? Берем вот так сковородку и вываливаем. О, как! Так, омлет и кефир. Да, 10 часов вечера, конечно, поздновато для ужина. Но ничего не поделаешь. Мы раньше сейчас спать не ложимся, поэтому нормально. Всем доброе утро. Сегодня у нас 9 ноября. Вторник. У меня выходной. Завтра работаю. Так, время 8:20 утра. Варим кофе. Только поставила. Так, что у нас делается на улице? На улице, кстати, ночью был снег. Видите, весь градусник во льду такой замерзший. Там всего плюс 1 градус. Видите, на машинах лежит снег. На земле почти не видно. А вот на машинах... На машинах снег лежит. И вот на гаражах немножко, на магазине. На магазине крыша холодная, снег лежит, не растаял. Вот так на земле почти не видно. Там настройки немножко в траве есть. Так, закроем, чтобы не заболеть. Так, фью.
короче, говорится. Какой-то небольшой кашель. Совсем небольшой по утрам. Иногда. Вчера закашлялась, у меня даже кот испугался. Подпрыгнул на кровати, хотел бежать меня спасать. Такой кот у нас добрый, переживательный. Переживает за хозяйку. Так, не пойму, снег идет у нас или не идет. Вот только на черном фоне черного леса можно разглядеть снежинки. Кажется, идет мелкий-мелкий снег, почти невидимый. Такая, как изморозь. Ну, всего плюс один, поэтому, наверное, больше на снег похоже, чем на дождь. Почти невидимая глазом какая-то изморозь. Но это не первый снег. Снег у нас уже был. Правда, он тогда таял сразу, не долетев до земли. Ну, или долетев до земли. Таял сразу. А сегодня вот немножко побольше снега. Там почти каждый день снег нарисован. В эту погоду смотрела по интернету. Особенно завтра, может быть, еще похолодает чуть-чуть. Ну, ночью теперь будут минусовые температуры. Поэтому снег скоро будет скапливаться. Ну, может быть, вот днем будет таять, а вот так по утрам будет кое-где на машинах так вот. Погодка не ахти, короче, ребятки. Мне сегодня никуда не надо. Сегодня весь день дома, наверное, просижу. Вообще никуда выходить не буду. Тем более завтра на работу. Завтра среда. Слава богу, что короткий день. 7 вечера уже дома буду. Кофеёчек на подходе. Так, что у нас там в новостях? Реклама какая-то. Главное, чтобы кофеёчек не убежал. Так, время почти 8:30. Сейчас я кофе сниму. А то убежит. Наверное, уже можно выключать. Так, убираем. Быстро поднимается-то. Что-то оно прям не оседает у меня. Все. Пожалуй, все. А то сейчас убежит у меня все. Так, вчера вечером я тоже там что-то снимала немножко. Сейчас видео смонтирую, выложу. Так, мы вчера на ужин омлет ели. Что у нас там делается на улице? Вот только подошла к окну, сразу две скорые увидела. Одна в больницу едет, а другая вот оттуда, ну откуда-то оттуда уже. Особенно вечером их много. Может быть, днем не так заметно. Вот эти мигалки. А вон третья поехала. Может быть, их здесь было бы меньше, если бы здесь не было вот этой больницы. Просто постоянно везут вот в эту больницу людей. Вот в это здание. Я так понимаю, что
Московская область уже рекорды бьет по болезни. У нас уже здесь, видимо, места нет, а то бы везли еще больше. Просто, видимо, уже нет места. Везут уже, ну, где парк Патриот, там открыли такой огромный госпиталь полевой. Туда теперь будут ковидных везти с Московской области. У нас уже места нет, наверное, больница. Только в крайних случаях. Так, все, ребятки. На сим откланиваюсь. На сегодня все. Пошла я кофеечек пить. Всем пока-пока. Завтра я работаю. Навряд ли что-то буду снимать. Погода сами видели какая. На улице не постоишь в такой холод. Всем пока-пока. До завтра, послезавтра.